А Жека, что мы сегодня делать-то будем? Ну, короче, ты сегодня, скорее всего, будешь нянькой. Мне тут вот этот рассказывал. Блин, Женя, блин, то нянька, то встанька. Кто еще дальше будет? Ну, нормально. Все, нам надо бабки зарабатывать. Бабки, понимаешь? Бабки. Че ты тыкаешь меня головой своей? А ты че? А ну-ка сейчас забодаю. Бодаться хочешь? Да давай пободаемся. Так, ладно, слушай. Так, в общем-то, давай вообще, нам надо, смотри. Значит, чувак нам что рассказывает? Ну-ка, здорово. Он говорит, здравствуйте, на работу опять? Отлично, сегодня две работенки есть, от меня и от Людочки. Короче, от меня работа, что вам надо построить первый этаж в доме из оранжевых блоков, ну, поняли, да? Ну и, в общем, подойдите там к Людочке, она тоже даст вам интересное задание. Ну, сами выбирайте, сначала у меня, либо у Людочки. Ну, в общем, лучше у меня быстрее задание там. В общем... У меня, потом у Людочки. Ну, в общем, что мы выбираем? Наверное, давай бабырику первый этаж заделаем, а потом подойдем к Людочке. О, смотри, это, я так понимаю, это Людочка. А, цыганка. Цыганка, да, цыган. Людочка-цыган. Так, ладно, давай, короче, берем тогда вот эти оранжевые блоки. Давай, подбирай. Быстренько сейчас застроим первый этаж. Это, по-моему, сегодня будет easy money, мы же вообще быстрые строители. А сколько он нам платит-то? Не знаю, на сколько-то оплатит, но он не сказал сколько, но я думаю, нормально заплатит, нет? Понятия не имею, сколько он платит. Ты куда пошел, Жека? Да я смотрю там, как надо вообще делать. Ой, надо каску надеть, все. А, да-да-да, оп. Правила безопасности. Правила безопасности, да, правила безопасности. Так, ну что, погнали. Ну я тогда вот здесь вот буду. Да-да-да, ты их сразу там. Так. Ну вот, я опять... Изгой. Опять не так, Женя, кирка нужна. А у тебя что, нет кирки? Нет. А, ну пошли, подожди, возьмем. У меня пошли. есть бурят. Ну все, будешь бурятом, короче, фигарить. Главное тут... Главное, короче, да, вот так сильно не бурят. А тут... Я знаю, какой это... А как не сильно делать? Как? А, ну вот как-нибудь там. Я бы тебе сказал, да. Грубо будет. Сильно умею. Сильно? Грубо. Пожалуйста. Ты как Людочка, что ли, грубая, что ли? Как цыганка, ну... Подожди, что ты там заделываешь? Там же так-то это, окна надо делать. Ну, потом распечатать. Нормально вообще, просто все. Ладно, да, мы сейчас так заделаем, а потом уже будем распечатывать. Ну, что ты тут встал, слышишь, ты отойди. О, смотри, баран. Че? Где? Может, бизнес а потом... А я думала, ты зеркало нашел. Ты что, офигела? Ах ты какая? Эй, хватит бить. Слушай, а может, бизнес из барана шубы будем делать? Надо потом следующую серию так вот замутить. Сделай мне шубу, я зачекаю. Хочу розовую шубу из розового барана. Из розового барана, видишь, что захотела? Че, найдешь мне розового барана? Ой. Ну разве что розовую овечку, вот она стоит. Где? Вот. Эй, ты что? Вот ты вообще, шутки твои, прям вообще. Че он мешает мне? Отойди, бодаться буду. Смотри, я над его вот так вот подходишь, такая башкой, так, на! На так. Ой, сейчас побью тебя! Все, что, Женя, мы так не успеем. Ну все, да, мы не успеем, все, давай, серьезно сейчас работаем, вот так вот, оп, смотри, какие мы. Оп, все. Блин, я тут заперся. Пока, Женя. Оп, я сейчас свое окно заделаю, все, ты там. Блин, в смысле, все? Ты вышел, что ли? Ну да. Задница. Все, не успел. А что, второй не делаем этаж? Не, ну он же только первый сказал, уже второй ты нам не оплатит. А, все. А потом окна мы сделаем, все. Ой, такой красивый. Ну слушай, да, он красивенький, да, такой оранжевый. Да, получше, чем у тех желтый был. Ну да, да. Который мы разбомбили, кстати. Кстати, вот у меня, например, кстати, а давай спросим подписчика, какой у них любимый цвет. У меня, например, оранжевый любимый цвет, а у тебя какой? У меня оранжевый, черный, а у тебя? А у меня... Ой, желтый-синий, наверное. Такая, ой, желтый-синий, наверное. Такая, только сейчас такая, какой же у меня любимый цвет. В общем, друзья, а напишите, какой у вас любимый цвет. Это очень интересно. Да, ребят, мне еще раньше фиолетовый нравился. Хотя он мне сейчас тоже нравится фиолетовый. Значит, какой у тебя фиолетовый, потом еще какой? Мне нравится фиолетовый, серый и желтый. Ну, синий такой. Нормально. Как быстро этот стал. Ну, в общем, смотрите, друзья, напишите в комментариях. Лайк обязательно поставьте, если вы еще не поставили лайк вот прямо сейчас. Как бы видео уже идет 4 минуты, а вы еще лайк-то не поставили, давайте. Да, жмякайте. И пишите скорее в комменты, какой цвет вам нравится. Да, еще подписочка на канал. Так, ну а мы, значит, выполнили первую работу. Давай снимаем касочку. И к Людочке пойдем.
Блин, Людочка сейчас нам скажет. Ну-ка давай, что она там нам скажет? Ну-ка давай. Здравствуйте, голубчики. У меня для вас работенка есть. Вам нужно присмотреть за моим племянником. Это будет изи, ну я надеюсь. Хотя, ребят, вы еще те... Короче, вам нужно посидеть с моим племяшкой 4 часа. Я дам оплату за час по $1. Итого 4, поняли? Ну все, идите, он бегает на стройке. Ой, окей. Ну да, все, в принципе, изи, да, так-то 4 часа просто посидеть с мелким, да и все, да? Надеюсь, он мне спиногрыз и не отгрызет мне на хребет. Ну, не знаю. Ну ладно, пошел, где-то тут на стройке бегать, что, пойдем его искать? Да, давай. Так, ну и где он может быть? Так, а на первом чуть-чуть. Да, давай на первом. Да, давай, посмотрим. Так, здесь... Это Берта. Здесь, да, нет. Она сразу убежала. Такая же он там делала со строителем. О, она сюда зашла. О, я нашла. Где он? О, вот он. Ого, ну-ка на него сейчас нажмем. А он говорит... Активный. Как мы его поймаем? Он говорит, я хочу играть. Женя, лови его. Да я вообще не могу, давай, лови его сама. Женя, я не могу поймать. Смотри, какой он быстрый. Это какой-то... Он в костюме еще покемона Пикачу. Как его вообще поймать? Блин, Женя. Подожди, а как мы сейчас за ним присмотрим, если мы его даже догнать не можем? Я не знаю, походу он объелся чего, выпил что-то. Мне кажется, $4 будут самые трудные в нашей жизни. Женя, как поймать ребенка? Я не знаю, ты девчонка, ты лови. Хватай его за кабешон. Так, сейчас. Блин. Ну ты же девчонка, давай. Че у тебя? Меня укачало. Так, ладно, давай сейчас я попробую на него напрыгнуть и сейчас его схвачу. Сейчас, ну-ка. Ты где, пацан? А ну-ка, блин, да вообще нереально. Ты тоже пацан? Я не знаю, так. О! Где он? Я его поймал, все, я его держу. Где? Ну вот тихо, я его в запаску, да, под кофту его засунул. Пошли, куда его сейчас понесем? Тащи его, тащи к нам домой, давай. Домой? Не, давай на улицу, давай на улицу. Ну, он же там свалит куда-нибудь, ты чего? Ну я не знаю, не, давай ты его сейчас будешь держать, давай, сейчас его держать будешь. Давай, идем сюда. Готовы держать? Нет, как его держать? Я не знаю, короче, все, держи его. Блин, как держать? Блин, он текает, давай догоняем его. Блин, нифига. Женя, ну все, теперь нам точно не заплатят. Давай, догоняй его. Блин, Женя, я не знаю, как его поймать. Женя, он... Ну бежим, он со стройки сейчас свалит. Смотри, что он делает. Куда он убежал, блин, ты видела? Где он? Я не знаю, пацана мы уже потеряли, вон он! Вон он бежит! Капец, мы выпустили какого-то гиперсоника. Это нереально. Женя, он сейчас вообще убежит, Женя, лови! Да я пытаюсь, он вообще... Гипер какой, где он? А вон он! Вон! Давай, ты справа, я слева его окружаем. Так, а как хватать, как мне схватить? Ну я не знаю, короче, надо максимально близко подбежать, и он схватится, давай. Так. Капец, он шустрый. Фу, я устал. Фу, я не могу, у меня уже даже нет. Капец, он вообще реактивный. Может быть, не знаю, печенька его. А у тебя есть печенька? Нет, у меня есть бур. Бур? Ну я думаю, буром ты его максимально отпугнешь. Капец, он убегает, убежал, он сейчас реально убежит. Смотри, он в магазин. Эй, малыш, смотри, у меня есть прикольная штука. Где? Хочешь подержать? Хочешь подержать? Эй, ты чего убьешь? Я думаю, если ты его грохнешь, то мы будем должны этой Людочке пожизненно, мне кажется. О, блин, тихо, смотри, вон он стоит, замер, конфеты разглядывает. Давай, окружаем его. Тихо. Ой. Женя, я тут за пиво. Так. Я крадусь, он, мне кажется, не видит. Так, давай, хватай. Смотри, я максимально близко. Давай, хватай его за шкирку. Блин, сейчас я... Оп. О, все, тихо, смотри, все, я его приструнил. Иди сюда. Ой, блин, куда он? Он меня обхитрил. Давай, гонимся за ним. Не умеешь ты здесь меня. Да ты вообще не умеешь, ты с буром за ребенком бегаешь. Просто с буром. О, смотри, он опять залип тут. Так, Иди сюда, сейчас, давай, подходи. Я боюсь, я подойду, и он это побежит. А ты аккуратно на шифте. Ой, блин, где он? Ты видишь его? Я не вижу. Где он? Вон он, тихо, давай на шифте аккуратно. Вот здесь, тихо. Где? В какую сторону? Давай, хватай его, хватай. Так. Хватай. Ты чего, буром опять хотела? Ты чего, одурела? Я случайно, это паника. Как ты с ребенком обращаешь, может, чуть буром его не заслужил? Женя, он опять залип, хватай его. Все, сейчас, схвачу. Вот, все, схватил. Ууу,
Фу, вот это жесть. Слушай, давай его запрем в нашей квартире, пусть он там посидит. Подожди, сколько минут прошло? О, с его прошло 10 минут, нам 4 часа с ним сидеть. Блин, Женя, может, он вырывается у меня из-под кофы. Давай уже, пойдем быстрее. Бежим. Давай, все, ты вообще туда засунул. Ну вот так вот я, как бы это. Бедный ребенок сейчас умрет там. Ну да, 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 мне еще подмыхи воняют. Давай быстрее, он там что-то это прям вырывается. Давай быстрее. Сочувствую, малыш. Давай быстрее. Ой, Жек, бомжара, помыться тебе надо, блин, засуну ребенка за пазуху, да, 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 давай, 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 давай. Да ты вообще с детьми не умеешь обращаться, ты просто его буром чуть не отфигарила. Это меры, меры безопасности. Меры безопасности, давай, заходи. Дети, так, давай, вот здесь, смотри, надо сейчас дверь, я думаю, давай ее вот сразу еще вот так закроем, чтобы он не убежал. Ничего, запилился. Ну нормально, вот он. Так, так. Оп. Вот он, вот он. Где? Вот он, вот он. Капец, он опять бегает. Все, я хочу, я устала, я помоюсь. Давай, ну все, мы теперь его будем... Я вспотела, пока бегала. Капец он вообще, смотри, смотри, он лазит прям по лампочке, по всему вообще. Ну кошмар, он как этот, насекомое. Да, ну все, хватит мыться, теперь я хочу. Да, иди помойся. От ребенка отмойся. Да, 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 капец вообще. О, боже, у меня уже... Мельчит в глазах от него. Да, он вообще какой-то реактивный. Женя, у тебя есть печеньки там какие-нибудь? Не, давай, короче, сейчас смотаем. А, давай сейчас съездим в магазин, купим печеньки, может, он уснет. И снотворное, снотворное. Ты чё? Ребенка напичкать хочешь? Так, ну смотри. Нам надо, короче, ну в магазин нам по-любому надо сгонять. Чё, как думаешь, поедем в магазин? Ну поедем, а как мы выйдем в окно, что ли? Ну я не знаю, ну как-нибудь аккуратненько так, хоп-хоп и все. Ну давай. Давай. Ну давай буром, только аккуратно. О, тихо-тихо, он очень близок, так скажем. Так, я сейчас выбегу, потом ты. Так, давай, теперь ты выбегай, выбегай быстрее. Все, он там, да? Посмотри в окно. Да, он там бегает. Чисто, знаешь, боимся ребенка больше, чем он нас. Мы очень с тобой плохие сиделки. Он замер, смотри, он успокоился. Он успокоился? Да, он, походу, нас боится. Мы какие-то не такие, походу. Ой, ладно, все. Так, отходи, сейчас я закрою дверь. Хотя, ладно, кто и зайдет-то, давай, пойдем. Ты уверен, блин, Женя? Да тебе все нормально, да, я сразу так делал, все, пошли. Ты сразу так делаешь, жопа, ладно, так, все, уходим. Так, ну что, мы сейчас, короче, в магазинчик поедем, что-нибудь вкусненькое, да, возьмем его. Ну давай, а мне? А я тебе? Я же тоже ребеночек. А тебе пальцы по губе, все, пошли. Смысли мне по губе. Ну вот так вот, все, погнали давай, магаз. Ну погнали, погнали. Я думаю, а Людочка куда? Не... Ну как куда? Ты что, дорогу забыл? Право, лево, я забываю. Постоянно. Давай, вот сюда, вот сюда. Давай на своей тарантелочке, давай, давай, газуй, газуй. Ребеночек маленький. Такой же ребенок, как и он. Нет! Нет? А, иди сюда, иди сюда. Блин, ну сейчас. Ну ты там едь, едь, едь. Помоги мне, я застряла. Слышь, ты там застряла? Просто такой же, просто ребенок такой же. Просто вообще, давай слезай. Бедолага, горемыка. Все, поставили свой друндулетик, давай, поехали. Я еду. Просто за кем надо присматривать, вообще капец. Так, все, стой, 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 куда погнал? Ой. Нормально вообще. Ладно, припарковалась нормально. Припарковалась, так, ну все. Сейчас мы что-нибудь тут задыбаем, короче, надыбаем и все нормально. Так, ну-ка, ну-ка. Так, ну что, покупаем, да? Давай посмотрим, что у него вообще есть. Так, Орео, кексик, бургер. Как думаешь, что ему купить? Бери печеньку шоколадную. Печенька? Шоколадную, да. Орео, что ли? Не-не, с шоколадной крошкой. А, просто печенька, что ли? Да-да-да-да-да. Ну, давай, все, взял. Все? Да, вот она. Ну все, пошли ребенка кормить. Ну да, все, пошли ребенка кормить. Отличный мы с тобой, знаешь? Завтрак бомжей. Да-да-да, знаешь, по-моему, если были бы родители, мы были бы самые худшие родители в мире. Да, печеньками, блин. Один день, одна печенька, все, ребенка. Да-да-да, давай, погнали, короче. Так, сколько там прошло? О, час уже прошел, нифига мы тут. Мы, короче, без ребенка больше, чем с ребенком сидели. Женя, а ты не волнуешься, что, типа, он свалил там или... Да как он свалит? Да это вообще нереально, ты че, угораешь, что ли?
Ну, как он свалит-то? Ну, чё? Ты видел, как он псих вообще? Он не псих, это маленький ребенок. Нет, он маленький псих. Как ты ещё ребёнка называешь? Чё, балдело? Опа, нифига, он стоит. Погоди, погоди. Вау, офигеть. Все, я теперь постоянно буду тут кататься. Женя, на бензин мне просто не хватит денег. Ну-ка, я сейчас попробую снова. Так, ну-ка. О, нифига, тут строители замутили. Пью, пулькой. О, офигеть. Так, ладно, ну все, побежали его кормить. Пойдем. О, тут прапор, смотри, уже поселился. Он, наверное, заждался уже нас. Да, прям голодный. Так, эй, спиногрыз. Эй, ты малыш, где ты где? А где он? Так, Женя, так, а где? Холодильник? Женя, где ребенок? Я не знаю, он куда-то пропал. Женя, где ребенок? Елки-палки. Что ты меня спрашиваешь, я с тобой Моталки был. Зеленые. Где? Может, где он, может, он на балкон свалил? Помойки нету, блин. Помойки нет? Ты че? Так, может, он здесь? Нет, его здесь тоже нет. Пам-пам-пам. Женя. Чего? Все, текаем из города. Да-да-да, по-моему, Людочка на нас розыск обед. Короче... Ребят, нам надо сейчас за буквально 2 часа оставшиеся найти ребенка и вернуть. Либо мы текаем из города, все, мы текаем. Да, в общем, друзья, ставьте лайк в поддержку, чтобы мы смогли спасти ребенка. Потом, значит, подписочка на канал, там, да, все дела. Да-да, колокольчик, блин. Да-да-да, а то колокольчик будет бить по нам. Да-да-да, а то колокол уже стучит по нам. Так, ну, блин, что, капец. Его точно нигде нет? Подожди, давай посмотрим. Я нигде не вижу ребенка, Женя, а ну ты балда, пододвинься. Я же сказала. А с тобой нормально там все? Я тебя сейчас укокожу, понял? Да ты сама упала. Не то, чтобы меня столкнул, ты ребенка потерял. Я же сказала, дверь замурмуем, давай. А ты, ой, нет, все и так вот. Вот Женя вообще все. Как ты там, цела? Издеваешься? Да все. Так, ну ладно, короче, значит, да, в общем, нам сейчас надо будет искать ребенка. Да вообще, это твои должны будут тут сработать, материнские инстинкты за ребенком следить, там сидеть. Они сработали, а ты сказал, все, я 100 раз так делал. Ну, я тебе поверила, такая, на меня все такая сваливает. Ну короче, все, в общем, все, в следующей серии нам надо отыскать ребенка. А вы, друзья, ставьте лайк. Да, лайк, ну как говорит Евгеном, лайк, подписка, дзинь-дзинь-дзинь. Колокольчик и ребенка. Да, все, всем пока-пока. Пока, ребят.